Друзья, всем привет! Пришла очередная посылка с AliExpress. Вот пока мы не знаем, что тут предполагать. Предполагаем, сейчас посмотрим, что тут есть на самом деле. Сейчас посмотрим, как он скроется. Вот так. Пакет, нет. Клей какой-то так. Клей такой жестокий. Не расколешь. Чтобы не повредить. Аккуратно. Тоже с этим пакетик с пупырышками. Значит, пришел микрофон специально для камеры, я брал, в принципе, для любой камеры подойдет вот этот микрофон, один из недорогих и по тестам один из самых неплохих. К нему должен прийти переходник. Как придет переходник, я вам его потестю, расскажу, как звук с ним. Микрофон называется Деки какой-то, или Даги. Даджи. Вот такой микрофон. Структура у него такая вот, как с ниточки сделан провод. Он гнется, можно его гнуть, вертеть. Как шнурок. Как шнурок, да. И достаточно длинный. Вот сейчас мы его раскрутим, посмотрим, насколько он длинный. Вот. Метра, метра полтора, да? А что там мы смотрели, там чуть ли не 1,70 м было. Да. Под 2 метра. Очень неплохо. То есть можно камере на моноподе прицеплять, и сюда вот петличка вешается, микрофон вот сюда или куда, чтобы, допустим, шум ветра или что-то такое. Вот такой вот микрофон пришел к нам. Друзья, ну вот сейчас будем тестировать наш микрофон на улице. Вот так у нас зацвел абрикос персиковый. Сейчас мы без микрофона, слышим звук с ветром, на улице ветер. И сейчас включу микрофон, попробуем с микрофоном. Так, подсоединили микрофон и вот пробуем с микрофоном. Пробуем, какой звук. Раз, два, три, раз, два, три. Сейчас отсоединю микрофон. Отсоединяем микрофон. Раз, два, три, раз, два, три. И вот разница микрофона и без микрофона камера работает. Опять подсоединяю микрофон. И еще раз тестим с микрофоном. 1, 2, 3. Вот так цветет у нас абрикос. Весна на улице. 27 апреля. Друзья, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Канал называется Алексей Логинов Плюс.